Приветствую, дорогие подписчики и гости моего канала. Давайте посмотрим, что на пороге. Какие есть события на пороге? Вы знаете, какие события на пороге? Скоро вы освободитесь от какой-то тяжести, связанной с мужчиной. Король мечей. Мужчина, возможно, поступил несправедливо с вами, да, мужчина. Ну, мужчина достаточно жесткий. Здесь вы, знаете, как какая-то сила у вас есть, да, которая дает, ну, иерофант высшей силы. Вы наполнитесь, вот либо здесь прощение мужчины, возврат мужчины, либо окончательно, вы знаете, проситесь тем, кто доставляет вам только неприятности. Здесь высшие силы идут вам в помощь. Вот это какое-то радостное событие, это, значит, облегчение, снимание с себя с тяжкой ноши. Вот из этого состояния, да, десятки жезлов, вы переходите в состояние туза кубков, наполненности. Да, видите, какая это ожидает вас победа? Четверка мечей – это состояние было какой-то потерянности. Вы наполняетесь какой-то любовью. Я не знаю, что у каждого проиграется по-разному, но здесь туз жезлов – ваш шанс быть счастливой, желанной. Либо здесь возврат мужчины, с которым были у вас очень тяжелые отношения, проблемы. Либо вы здесь решите какие-то вопросы с вашим бывшим мужчиной. Знаете, как освободитесь от него и почувствуете себя свободной от какой-то тяжкой-тяжкой ноши, какой-то печали. Ну вот такие события у кого-то из вас на пороге. Смотрите, два туза, девятка кубков, даже три туза, туз мечей. Какое-то противостояние могло быть с мужчиной, борьба с мужчиной высшей силы. Три туза, девятка кубков и иерофант. Это какие-то ваши супер-супер достижения в ближайшем будущем. Всего вам доброго, до следующих видео.